В библиотеке имени Баишева накануне состоялся поэтический вечер, посвященный 175-летию великого поэта Жамбыла Жабаева. В мероприятии приняли участие студенты вузов и колледжей, которые читали произведения знаменитого Акына. Преподаватели учебных заведений рассказали о его творчестве. Также была проведена онлайн-экскурсия в музее Жамбыла Жабаева города Тараз. Этот год для нас юбилейный, поэтому, естественно, как областная библиотека, мы проводим очень много мероприятий. Это одно из первых мероприятий. Также у нас была оформлена выставка, посвященная Жамбылу Жабаеву. Также создан библиопоказатель, где собраны все его произведения, которые собраны в нашем фонде. В течение года мы будем проводить ряд мероприятий. Это поэтические вечера, это просто беседы, это рубрики, которые будут проходить в онлайн-формате, где наши читатели нашей библиотеки будут знакомиться с творчеством Жамбыла Жабаева.